Ротация региональных руководителей и смена губернаторов – это процесс, в общем-то, перманентный. И нельзя сказать, что идет какая-то очередная кампания по смене одних губернаторов другими. На самом деле это процесс достаточно естественный. Другое дело, что кадровая политика Кремля такова, что на смену неэффективным руководителям приходят еще менее эффективные. И какова здесь мотивация, их назначение непонятно. Во-первых, непонятно вот эти долгие метания по поводу того, избирать ли губернаторов, назначать ли губернаторов. Это вот из серии «Как из басни Крылова». Вы, друзья, как не садитесь, если у нас система, так сказать, капиталистическая не работает, она не будет ни с выбранными лидерами работать, ни с назначенными. Честно говоря, многие назначенцы оказались эффективнее, скажем так, выбранных губернаторов. И в то же время многие выбранные губернаторы подтвердили правильность выбора населения. Поэтому какой-то прямой корреляции здесь нет. В правильном, правильно устроенном и эффективном государстве может быть любая форма приведения губернатора к власти. Но мне кажется, что очень многие губернаторы засиделись именно в том плане, что годами, уже десятилетиями их регионы, которые они возглавляют, давно уже представляют собой такие мини-государства в государстве с коррупционными схемами и прочими делами. Вот. И, конечно, на такие регионы следует обращать особое внимание. А вот, например, когда меняют, скажем так, ивановского губернатора Бабича на ивановского губернатора Меня, да, или кто там у нас был, Доменя, вот, я не вижу здесь, честно говоря, большой разницы. Шило на мыло – это чисто вот такой кадровый внутренний вопрос. Вот. На самом деле, конечно, от личности губернаторов зависит многое, но отнюдь не все. Потому что в том же красном поясе, как вы знаете, в конце 90-х годов был так называемый красный пояс, когда многих замечательных губернаторов, коммунистов избрали, но они, в общем-то, везде провалились не потому, что они плохие или глупые, а потому что система не позволяет в отдельно взятом регионе что-то изменить в то время, когда Россия – это федерация с единым правовым полем, с единым, в общем-то, экономическим полем. Вот, поэтому выбирать или назначать большой разницы нет. Вот, другое дело, что Россия мечется и никак не может найти вот эту приемлемую форму, это симптом того, что в государстве неблагополучно. Вот и все.